пришли на тренировку по бегу для взрослых, а попали на урок школьной физкультуры – разминка, гимнастика, пробежка. Плечом к плечу занимаются атлеты и новички. Дизайнер Оксана Веклич тренироваться начала перед прошлогодним забегом. 21 километр преодолела за 2 часа 9 минут. Дистанцию в 42 хочет осилить за 4:40. Для самой себя. Я бегаю, да, у себя в Верблаговещенске я бегаю очень часто, практически каждый день. Менее 6 километров у меня не получается. Ну, бывает один день выходной, это я себе устраиваю понедельник, потому что и дети в школу, и самой немножко надо передохнуть. В воскресенье обязательно длительная тренировка. Ну вот 8 марта я себе праздник устроила, 20 километров пробежала. Просто так, для души. Воспитатель детсада Евгения Мункубаева бегает 2 месяца. А ведь как отучилась в БГПУ на факультете физкультуры, спорт забросила. Но забыть о нем не смогла. Хочет выйти на дистанцию в 21 километр. Для меня самое главное, конечно, преодолеть себя, пройти эту дистанцию. Ну, есть заявленное количество времени, чтобы пройти. Я так там понимаю, это где-то 3 часа даются. Ну, хотя бы 2 часа 30 минут. Это, ну, на первых порах, как говорится. В этом году организаторы учтут запросы всех. Максимальная дистанция – марафон – составит 42 километра. 21 займет полумарафон. Оставят дистанции в 5 и 10 километров. Бегать в помещении с апреля по улице под присмотром тренера месяц можно всего за 850 рублей. Для участия в самой акции нужно пройти медосмотр и уплатить членский взнос. В зависимости от дистанции от 1200 до 2000 рублей. Оплата – это по большей части это стартовые пакеты, которые получает каждый участник перед тем, как участвовать в забегах. Стартовый пакет входит мешок для обуви брендированный, майка, ну, футболка брендированная тоже, всякие мелочи приятные. Их получили все участники акции в прошлом году. К слову, тогда бежали от центра города до Верхнеблаговещенского, где этим летом проляжет путь, пока секрет. Но забеги точно проведут на День города 2 июня. Регистрация участников на сайте «Бег мечте» уже идет. Наталья Бернацкая, Анастасия Бывальцева, Андрей Белый. Программа «Город».